Дан старт 9-го заезда при имени Хреновского конного завода. Бег со старта повел 5-й номер «Живой порыв» под управлением мастер-наездника Абсаликова Венера. В спине у него 1-й номер «Принц Персии», далее 4-й номер «Барышник», 6-й номер «Захватчик». Бег ведет «Живой порыв», на 2-м месте «Принц Персии», на 3-м «Барышник», на 4-м «Выпуск», на 5-м «Захватчик», на 6-м «Довод». Первая четверть дистанции пройдена за 31,7 секунды. Бег ведет «Живой порыв», на 2-м месте «Принц Персии», на 3-м «Барышник», на 4-м «Захватчик», на 5-м «Довод», на 6-м «Выпуск». Дистанция приза 3200 метров. Лошади приближаются к отметке второй четверти. Тридцать три и шесть секунды. Резвый второй четверти. Заезд возглавляет 5-й номер «Живой порыв», далее «Принц Персии». Возглавляет заезд 5-й номер «Живой порыв». Далее в спине у него 1-й номер «Принц Перси». В спине у «Принца Перси» 4-й номер «Барышник». 33,9 секунды пройдено на 3-й четверть. Бег ведет «Живой порыв». Далее «Принц Перси», «Барышник». На 4-м «Захватчик». На 5-м «Довод». И на 6-м «Выпуск». Лидирует 5-й номер «Живой порыв». Далее «Принц Персии» 1-й номер. На 3-й позиции 4-й номер «Барышник». На 4-м «Захватчик». Сбоит 8-й номер «Выпуск». Шестой номер «Захватчик» по дистанции идет неправильным ходом. Повторяем, 6-й номер «Захватчик» по дистанции идет неправильным ходом. Бег ведет 5-й номер «Живой порыв», далее «Принц Персии», «Барышник». Лошади подходят к отметке 5-й четверти. Пятая четверть пройдена за 35 секунд. Напоминаем, дистанция приза 3200 метров. Лидирует уверенно 5-й номер «Живой порыв» в борьбе за второе место. 1-й номер «Принц Персии», 4-й номер «Барышник». Барышник пытается перехватить с поля «Принца Персии». Сбоит 4-й номер «Барышник». Шестая четверть пройдена за 30,6 секунды. Уверенно лидирует 5-й номер «Живой порыв». Уверенно лидирует в 9-м заезде в призе имени Хреновского конного завода 5-й номер «Живой порыв». Уверенно заканчивает дистанцию. Одерживает победу. В призе имени Хреновского конного завода вороной жеребец, 5 лет жеребцу, «Живой порыв» заканчивает дистанцию. 1-й номер «Принц Персии» подходит к финишному столбу. 4-й номер «Барышник» заканчивает дистанцию. 8-й номер «Выпуск» заканчивает дистанцию. 2-й номер «Довод» и подходит к финишному столбу. 6-й номер «Захватчик», который по дистанции шел неправильным ходом.